первом матче, в матче против «Уникса», набрал тогда 18 очков и забил все 5 трехочковых попыток. Но «Зениту» это тогда не помогло. Бросок оказывается неточным. Эртель, какая классная передача на трейд! По-прежнему не самая высокая результативность. Если говорить об этой четверти, французского разыгрывающего ни одного очка в этом матче. Скидка на Трея Томпкинса. Томпкинс довольно долго так. Но в любом случае, вот эта разница в 7-8 очков держится очень продолжительный отрезок времени. Платунов, он уже был звездой в молодежном чемпионате. Ну и посмотрите, как он классно начинает новый сезон. Атака «Зенита», Томпкинс. Томпкинс еще успел с арбитром немножко поговорить. Ну и трехочковый, а Трея залетает. Сегодня уже 14, а играть еще 6 минут. Классная передача под кольцо на Ричарда Саламона. Выйти вперед, Эртель. Скидка на фридзона, того плотно прижал Тайлер Ангвай. Томпкинс снова один на периметре и снова забивает Трей.